Куда? Он 60 еду, а он, видишь, как гонит на 80, наверное. Внимание! Превышение скоростного режима. Впереди стационарная камера. Ограничение скорости 60 км в час. Начало контроля средней скорости. Средняя скорость, что средняя, фига себе. То есть надо 60 ехать. Или лучше 50. А там он 40 вообще нарисован. Вечером, субботу? Да. Лучше утром было, в воскресенье приехал. Не, ну вечером тоже, хоть выспаться и сам приехали. А так бы он в субботу поспал, допустим, а утром встали часа в три, блин, ну поехали. Ну они приехали рано, они приехали в 4 часа, может он и не работал. Нет, работу надо ехать. Он не работал, он еще раньше приехал. Да, они в часа в 4 приехали. Стационарная камера. Ограничение скорости 60 км в час. Впереди стационарная камера. Ограничение скорости 60 км в час. Окончание контроля средней скорости. Видишь, окончание. Они же проверялись, какая скорость еду средняя. Я меньше 60 еду. И главное, стоит он недорого, 3,5 тысячи в год. Видите, ты мне вот этот немножко подороже. Я тебе давно покупал. Радар. Ограничение скорости 60 км в час. Внимание! Снижайте скорость. Ну да. Ну может переплатили они тебе больше? 15 лет переплачивали. Ой. Не, ну может быть они кинули тебе вроде больше. Да. А здесь они вычислили тебя все это. Да эти ладно, деньги. Одноразу вот эти 10 тысяч прошло, пришли, может быть, а теперь с них они тебе вычли налоги, небось. Да мне не пришли 10 тысяч до одноразовых. Ну, он сказал, придет в октябре. Радар. Ограничение скорости 90 км в час. Ногами. Да нахера, ну я бы там. Я ее. Такси. Я
такси еду, а потом плачу. Ну да, послушай, а сейчас можно даже на дом